Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою Микола Полосі в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю зі студії Київ Фем. Звати мене Коля Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми щотижня говоримо із кінопрофі. Кінопрофі це ті люди, які створюють кіно, розвивають кіно, роблять його цікавішим, щоб можна було піти у кіно і подивитись нові фільми. А сьогодні в нас акторський кінопрофі, актор Анатолій Паченко. Привіт тобі! Привіт, ну сіє людиною. Ми а, власне поговоримо про його шлях. А, молодий перспективний амбіційний актор, який власне а, поїхав працювати на корабель, а потрапив на знімальний майданчик. Як це сталося, і як потім вже він потрапив у закордонні гучні серіали та проекти? Ми з ним і поговоримо. Окей? Окей. Okay. Атоль, ну, власне, одразу давай до справи щодо того, як так сталося, що, в принципі ти не готувався до якоїсь акторської діяльності. Яка твоя історія, твої переїзди, твої навчання і так далі? З чого все починалось? Ну, переїзд почався в 2014 році. Я приїхав в Київ із Донецька і я вступив сюди на магістратуру. Я закінчив в Донецькі. Бакалаврат на автоматизированное управление технологическими процессами. Ох Это ты. была такая Серьёзно? очень технологичная, да, специальность. И и я поступил здесь на магистратуру, учился, работал, но как-то оно все было тяжеловато, и мне хотелось куда-то выехать, где-то поработать, повидать мир. И я начал заниматься этой безумной идеей, чтобы добыть паспорт моряка и а устроиться на работу на круизных судах и периодически ездил в Одессу, сдавал разные экзамены, и там была одна такая вакансия, она называлась специалист по часам. Я uh -huh. абсолютно ничего не понимал в часах, uh -huh. и я решил, что я устроюсь здесь на работу в магазин секунда, совру на собеседовании и скажу, что у меня есть два года опыта работы в этой индустрии. Но я поработал три месяца примерно, понял, что как работает, спросил у ребят какие-то особенности механизмов uh -huh, часов. Uh -huh. Техники продаж и поехал в Одессу, прошел там собеседование, и мне сказали: Хорошо, ты подходишь, и потом замолчали. И примерно месяца четыре ничего не происходило. Я продолжал учиться в институте, устроился на другую работу в ночную смену, и буквально через месяц после того, как я проработал на новой работе, а еще помню на собеседовании я впрашивал более высокую зарплату, с HR там чуть ли не дрался, она предлагала эти 5000 тысяч гривен, я такой, нет, я за 6 только буду работать, ну, и в итоге они либо. согласились. It, ага, ага. Да, и мне, значит, звонят через месяц, говорят, все, пакуй вещи, ты едешь в рейс. Я такой, а уже. Слушай, а опыт. Там ты кажешь, что за вакансию мог быть двурочный опыт, но в принципе три месяца, и там по месяцу, да, загали на тех специальностях, которые недоточны даже. Да. Ну, у меня этого опыта не было, было просто какое-то знание, которое я был пока работал, проходил эту практику. И, собственно, я бросил работу, бросил этот институт и уехал в рейс. А там уже так получилось, я что с продаж часов я немножко переквалифицировался на продажу ювелирных изделий и 4 года провел работая в море ну Ты меня четыре роки плавал у моря да. ремонтируя часы и занимаясь коштовностями, да если что так на да. судне на судне да да это были разные суда то есть ага. это были полугодовые контракты и где-то двухмесячные перерывы между ними и ага. в, это, в это время я просто приезжал в Киев здесь отдыхал восстанавливался после предыдущего контракта и готовился к новому. Да, ты нашел снимальный майданчик об а кастинг, через какие ты потрапов на первый снимальный майданчик, на первые съемки свои? А, нашел его я в Лос-Анджелесе. После того, как я проработал на кораблях, я решил поехать в ЛА и поучиться там на эту актерскую профессию. Ну, я вообще абсолютно ничего не знал об этой индустрии, это для меня было все под таким железным занавесом. И... Я поехал туда, год проучился, и после года я, естественно, сделал то, что делает абсолютно любой актер после школы. Я начал рассылать всем свои фоточки, свои ага. резюме, отправил около тысячи плюс имейлов, e где-то человек 10 мне написало, что большое спасибо, нам не интересно. Я такой, окей. И я начал звонить в разные агентства, актерские агентства, и где-то после так, звонка 15-16 мне один агент сказал, ты знаешь, я уже собираюсь заканчивать с этим бизнесом, мне вообще не нужен ассистент, но моему другому агенту, который работает со мной в агентстве, возможно нужен, перезвони через неделю. Я такой, хорошо, я ждал эту неделю, готовился, позвонил. Он опять берет трубку, говорит, ну не очень надо, вообще нет. И я тут включил продажника, начал питчить себя, и он сказал в итоге, ладно, окей, приходи. Я пришел, начал... Послушай, ну это было, а после обучения ты оставился у ЛА? Да. Ты оставился да. у ЛА, то есть ты не повернулся в Украину, а ты решил уже там пробовать себя. Да, я хотел взять там одногодовую практику. Так. Есть такая штука, что когда ты учишься около года в Штатах, тебе они могут дать ОПТ. Это называется как это? Optional Practical Training. То есть это значит, что после обучения ты можешь еще на год остаться в Америке uh -huh. и как бы ходить на разные пробы, то есть пытаться себя как-то показать в этой индустрии, на которой ты учился, или просто пройти какие-то, типа, интерншип. Ну, ты э, Рик, ты Рик в амарете да? Да. Слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, как... А точніше, що дало поштовх до акторських а, а, шляхів? Та? Бо, в принципі, ти не прямував, не планував, можливо, тебе хтось підштовхнув, або ти побачив класні проекти, або щось всередині тебе йокнуло, і ти сказав Окей, і давайте щось пробувати». Ну, мне вообще всю жизнь нравилось очень сильно кино. Я как-то заметил, что каждый раз, когда я приезжаю с очередного контракта с кораблей, я просто заседаю, начинаю качать все фильмы, которые, возможно, смотреть, Netflix, все стриминги. Да. И все мои два месяца после примерно двух недель, когда я увидел близких, родных, друзей, я просто зависаю, залипаю, начинаю смотреть фильмы. То есть они мне все время очень нравились. И на корабле у меня был один очень хороший друг индус. Я когда-то сказал такую. Безумную идею, что слушай, в мою страну приезжает одна американская школа, они делают кастинги. Я думаю, может быть, сходить. Они говорят, так сходи, почему нет? И во время одного из э, своих отпусков я прошел этот кастинг, и меня пригласили уже тогда учиться. Uh -huh. И я сказал: Не, я, наверное, не поеду, и поехал, взял еще один себе контракт, поработал в море. И вот в конце этого контракта, как-то я общался с другом. І він мене підтолкнув і сказав: да чому не спробуй. І я вирішив спробувати і поїхав, і там так і оказався. Розкажи, будь ласка, давай до навчання. Прийдемо навчання у Лос-Анджелесі, власне, як в тебе з Да? І мені здається, ти дуже смілива людина в тому плані, що ти один. В іншій країні за океаном. Mm -hmm. а ніхто тебе не знає, не знає, що ти можеш, і хто ти взагалі такий? От е, в плані е, мови окей, бар'єрний, да? чи є, чи нема. А от в плані бажання, напевно, то бажання було супер е, вогняним, пекельним, щоб піти і не боятися, і вчитися, і пробувати, не думаю, чи вийде, чи не вийде, знаєш оці штуки. Так. Ну, поначалу було легко, тому що учоба займала все время там був. особенно такой, ну очень интенсивный курс, да, я подумал, что, наверное, если я туда еду и у меня есть какое-то там ограниченное время на учебу, я попытаюсь его использовать с максимальной полезностью для так. себя. И я брал абсолютно каждый класс, я ходил на все дополнительные задания, занятия, на все встречи, я пытался найти других каких-то филмейкеров в этом городе, встретиться с ними, взять советов, встречался с разными режиссерами, общался с ними. У меня была одна встреча с режиссером, и он сказал мне, слушай, ну, для кино у тебя есть небольшая проблемка, у тебя маловатые глаза и маленький рот, камера немножечко не подходит. Ну, то есть были такие очень интересные, странные встречи, и как бы я просто пытался использовать любую возможность и максимизировать это время, потому что режим работы на кораблях, он такой, он очень плотный, у тебя абсолютно нет свободного времени. Я был Привыкший к этому графику, к этому стилю жизни, что когда ты подписываешь контракт, ты едешь на корабль работаешь полгода, то все, ты спишь примерно 5 часов в сутки, а все остальное время ты работаешь. Вот, и как бы такой же метод я пытался перенести на свой жизненный стиль в Штатах. Mm -hmm и просто пытался использовать любую возможность, и так попал в это агентство, я сказал, что да ладно, я буду работать бесплатно, буду проходить у вас просто как практику, я просто хочу узнать механизмы работы агентства, взаимодействия агентства с кастинг-директорами, то есть просто понять, как работает эта индустрия, потому что у меня, моего понимания было недостаточно. Вот. И так случилось, что когда я уже был там в агентстве после учебы, примерно через три месяца пришел первый Uh -huh. ну, запрос от французского продакшена: они искали актера от 20 до 30 лет, который может говорить по-английски и по-русски, и съемки должны были быть в Париже, в Камбодже, в Марокко и в Украине. Uh -huh. Вот. И я в этот момент там, из серии протирал столы от пыли от вот этих вот всех кружочков, которые оставляют чашечки кофе. И пришел этот имейл от кастинг директора Жижи Акоки. Агент посмотрел на этот имейл, посмотрел на меня, посмотрел на этот имейл и говорит такой, слушай, а ты здесь подходишь на один кастинг, ты не хочешь попробовать? Я отправлю своих клиентов, но ты, если хочешь, тоже можешь записать сама пробу и mm -hmm. попробовать. И я, а я же только вышедший из актерской школы, говорю, да, я же здесь, по сути, за этим туда и пришел. Вот, и подкинули мне этот кастинг, я записал две недели молчали, никто не отвечал, а потом начали писать и просить записать еще больше проб, потому что да, 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 они а, были. А в каком формате кастинг? Это онлайн визитивка на одну минуту с телефона, или ты мав какое то задание выполнить? Да. как, было... как они поняли, mm -hmm. что ты можешь дальше далее по кастингу, або тебе відсортувати? да? Mm -hmm. Они присылали сцены из из сериала, то mm -hmm. есть у них был рабочий материал, они выбирали какие-то сцены и прислали, то есть мне прислали первую сцену, я Подготовил ее, записал, сделал несколько вариантов, отправил. Через две недели мне прислали новую сцену. То есть это был тот же персонаж, но уже в другой части времени в сценарии, mm -hmm. а, окруженный другими обстоятельствами. И я готовился и делал на ну, другую пробу. И так длилось два месяца. Я посчитал, я отправил около 16 проб разных, а, ну и в конце концов, они сказали: что класс, все, давай, прилетай в Париж. Будем делать читку. А читка это такой процесс, когда актеры и режиссер, шоураннер собираются все вместе перед всеми ложится один сценарий большой на весь сезон и все начинают его читать. Это был проект бюро легенд по французски. Это звучит как Ле bureau де Лежан. Очень хороший, интересный, интеллектуальный такой триллер, драма. Которая ходит вокруг агентов DGS это французский эквивалент, как бы CIA в Америке то есть mm -hmm. это шпионский сериал, но очень грамотно и так интересно продуманный, потому что шоураннер, который создал вообще всю эту вселенную, он вдохновлялся реальными такими ну, кейсами и событиями, и там все вообще дошло до того, что вот это DGC это агентство они стали самыми ярыми фанатами этого сериала во Франции. И после того, как вышел первый сезон, они приглашали режиссера к себе, и, ну, они говорили, что им все очень понравилось, и они начинали его иногда как бы консультировать, когда у него были какие-то вопросы, потому что им настолько понравился проект, Sweet. вот, а я залетел уже в пятый финальный сезон. Ага, то есть до пятого сезона там были другие актеры, другая актерская команда, актерский да. склад, а в пятом сезоне это они ввели нового персонажа? Да. Ага, і ним виявився врешті. ти. Да. Скажи, давай ще трохи поговоримо про навчання. Цікаво, от навчання mm -hmm. у Лос-Анджелесі у штатах. От що ти для себе відмітив? Що такого цікавого? Ясно, що ти дуже щільно дав. Тебе був дуже щільний графік. Ти розумів, що часу небагато, бо скоро mm -hmm. наступний може бути контракт. Або я зараз виділю цей час на навчання. Да, або щось там може бути. Щодо навчання, от рівень навчання, чого вчать, чому вчать, чи то складна англійська, mm -hmm. до речі, ти так і не відповів в Тебе розмовна, комфортно, тобі было було достатньо, щоб жити і навчатися. И да, будем по... заниматься в Да, да, да по-английски меня было все комфортно, потому что до этого 4 года провел на кораблях, и там а -а -а, я ось абсолютно залитки. все время общался по-английски только. У меня был немножко такой странный, интересный, смешанный акцент, потому что на кораблях работает 46 национальностей, и ты, Вау. как бы, общаешься по-английски, ты вбираешь немножко акценты австралийцев, британцев, американцев, индусов, филиппинцев. И это все формируется в какой-то такой странный диалект. Поэтому я помню, я когда приехал в Лей ну, не все понимали, откуда я. То есть, понимали, что так, ты не из Америки, но мы немножко не есть. понимаем, откуда ты. И как бы там я просто, ну, в Лос-Анджелесе мне надо было просто немножко американизировать uh -huh. сам диалект. Чтобы будто с разумелым, да? Это... Нет, понятным я и до этого был, то есть английский был свободен, но просто его сделать каким-то одним точечным, выдел... ну, uh -huh. выбрать для себя какой-то диалект, который будет комфортный, но так как я находился в Штатах, это был американский. Вот, и, ну, он, мой английский там уже американизировался, вот. А по поводу обучения, было интересно, интенсивно, и очень хорошие были преподаватели. Мне повезло с ä, классными людьми, которые учили. Помимо академии, где я учился, я тоже искал разные воркшопы, курсы, курсы. Mm -hmm и пытался попадать на них где-то там смотреть подсматривать то есть это такой опыт как бы накопления ты смотришь как все работают ты пробуешь ты делаешь миллион ошибок э и ты копишь все это немножечко в копилочку то есть чем больше ты ходишь там в театры смотришь чем больше ты занимаешься в классе ставишь сцены со своими э однокашниками с кем mm -hmm. ты учишься ты как бы растешь и постепенно начинаешь обрастать такими инструментами, и как будто бы, ну, создается впечатление, что ты набираешь набор инструментов. То есть у тебя есть такая коробочка, куда ты потихоньку начинаешь ложить гаечный ключик, отвертку, дрель и так далее. И как бы ты набираешь этот пакет, и потом ты его каждый раз с собой берешь на площадку, и там уже ты решаешь, какой из этих инструментов, которые ты э, собрал, будешь использовать на сете время съемки определенной сцены. Супер. Супер. Слушай, а давай перейдем до проектов. Бюро Легенд, это был твой... Перший проект, да? Да. перший проект, кому ти взяв участь. Давай трохи зайдемо за лаштунки цього знімального процесу, бо на youtube версії також будуть ці фрагменти, як це знімалось, як ти готувався до сцен, як що вийшло. Да? Ну і також, друзі, хто тільки до нас приєднався, нагадаю, що Анатолій Панченко в нас в студії актор, який вже за досить такий короткий потужний свій вік встиг побувати за кордоном, навчитися там дечого і взяти участь у крутих гучних кіно. телешоу. Вот так, можно сказать? Да, вот так. Бюро Леген. Бюро Леген это це... А, гучний серіал, да, mm -hmm. я скажу чесно, не дуже прям з ним знайомий, а от через тебе а, хочу дізнатися про нього більше, ну і власне так, про а, сам сюжет ти розказав щодо бекстейджу, щодо зйомок от знімальний майданчик. Mm -hmm. Можливо, може згадати там перший день знімальний свій, да? бо напевно те, що було на практиці, і, і коли ти вийшов mm -hmm. і ти зрозумів, що тобі чогось або не вистачає, або ти не вмієш взагалі. От якщо можеш, хоча б в умовних рисах згадати свій перш. Старший, Первый день, да, э, в рамках этого проекта. Да. После читки вернулся в Алей. первые мои съемочные дни должны были быть в Украине. То есть я прилетел сюда и должен был встретиться со своими партнерами по сцене. И моя первая сцена снималась в аэропорту. Uh -huh. то есть меня забрали из отеля, я приехал туда, и я опять встречаюсь с шоураннером. И он подходит ко мне и говорит, слушай, мы еще с тобой до этого не работали. Шоураннера зовут Эрик Рошан. Гениальный писатель, невероятное шоу создал во Франции. Вообще, просто мне очень сильно повезло, что первый проект я отработал с ним. В общем, он подходит ко мне и говорит: Слушай, ну ты. Мы с тобой еще до этого не работали. Примерно у меня стиль такой. То есть мы снимаем, и если я ничего не говорю, значит, все было классно. Ты молодец. А если что-то надо поменять, то я к тебе подойду и дам какие-то уже такие советы. И мы чуть-чуть поправим, mm -hmm. будем работать. Говорю, mm -hmm. окей, класс. А... Большой сет, куча камер, света. Значит, мы снимаемся с девочкой Верой Колесниковой, у нас сцена. И мы делаем первый дубль, я его отыгрываю. И ко мне подходит Эрик и говорит: да, 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 вот это было неплохо, но немножечко странновато. Ты можешь, ну, он дал мне пару советов и потом я у него спрашиваю, слушай, Эрик, у меня еще такой вопрос, а можно, ну, мой персонаж он летит в этой сцене в Пномпень и я думаю, что я буду делать до того, как камера начнет снимать нас, чтобы ну, поймать какой-то момент, чем был занят персонаж mm -hmm. до того, как началась эта сцена, до того, как он пошел в контакт с с с Верой, вот и я у него спрашиваю, слушай, а он же летит в Пномпень, как ты думаешь, можно я буду переводить время на Пномпенское, ну, чтобы дать какую-то такую жизнь во время того, как начинается кадр? И он меня тут останавливает, он говорит, слушай, ты можешь делать вообще абсолютно все, что хочешь. Uh -huh. И вот тут я понял, вау, то есть он полностью дает мне свободу, и он доверяет этого персонажа полностью мне. Он говорит, делай все, что хочешь, и мы посмотрим, и там поправим. Ну, окей, и мы начинаем это делать, и мы делаем второй дубль, и все, он после этого подходит, говорит, Класс, браво. Переходим к следующей сцене. Ну и как бы вот это была моя первая сцена, и я как-то так немного, ну, удивился при, в приятном плане, что режиссер вот так вот сразу тебе доверяет, да свободу, свое да? детище, да, да он дает тебе полную абсолютно это свободу круто, творить. Но... То есть он подходит и говорит тебе, я тебе верю, вот, персонаж, ага. ты можешь делать с ним все, что угодно. Yeah. Ну і слухай, проект гучний чотири сезони. Це вже п'ятий, да yeah. і певно, можливо було так і краще зробити, щоб там перезнімати мільйон дублів, бо це новий актор, новий персонаж. Невідомо mm -hmm. як він зіграє, але він одразу тобі дає зрозуміти, що в принципі давай ти будеш пробувати. Да yeah. або якщо кожного разу там режисер шоуранер буде правити актора, то він не зможе себе проявити, як на мене, так да? і mm -hmm. потім буде десь зажиматись, десь ухилятись. А те, що потрібно творчій групі, не отримає. И это, не сдается супер классно, супер круто. Да, ну это был очень такой интересный яркий процесс. Сами крюшники, то есть все люди, которые работали на площадке, невероятные персонал, профессионалы. То есть ты работаешь и ты чувствуешь вот эту заботу, которую тебе уделяют, и видно, насколько каждый член команды максимально профессионально пытается делать свою работу. То есть осветители бум операторы все читают сценарий все знают его наизусть бум оператор всегда знает где когда на кого переводить микрофон ну, то есть уровень подготовки максимально максимально точный классный и ну, безумно приятно и здорово работать в таких условиях и хочется еще больше отдавать потому что ты понимаешь уровень ответственности ты понимаешь mm -hmm. насколько скрупулезно и тяжело готовятся все люди вокруг тебя, и ты думаешь, так, теперь мне надо не оплошать, да. то есть, надо выдать. Класс. И это пятый сезон, он да. уже виднелся. Да, он уже вышел, он ä, сейчас стримится на Амазоне Prime. во Франции он стримится на канале Плюс и Майканал, угу. а в Штатах это Sundance Now и AMC, по-моему. Ну, там дистрибьюция в 140 плюс странах. круто. Клас. Ну, а далі перспектива наступні сезони і яка твоя роль, чи буде вона подовжена? Чи можливо я не дивився цей серіал, да, тому і не знаю, mm -hmm. яка твоя доля була у п'ятому сезоні. Могу, ти зберігся або не зберігся, так? Да? І які перспективи по цьому проєкту? Я не буду говорити, зберігся чи не зберігся. щоб uh, Не розкривати всі карти, але взагалі п'ятий сезон це був фінальний ага. uh, в цій вселенні, і Ерік вже не буде писати 6 і 7 сезон, но у студії Французка є. планы э, как бы продолжать франшизу, то есть они хотят оставить эту вселенную, оставить каких-то персонажей и, возможно, сделать какой-то спин где уже будет совершенно mm -hmm. другая история, будет совершенно большая часть каста будет новая. Но вот эта глава, вот эта история, она закончилась на пятом сезоне. Доброе, хорошо. Толь, давай еще хочу спросить про той проект, который еще в стадии разработки, да, это Infinity. Да а, я знаю, що в принципі багато ти не можеш сказати, бо в принципі це, але те, що можу сказати, розкажи, хоч трохи, те, що можна тобі говорити, і те, що може зацікавити наших глядачів і кіноглядачів, які почують про тебе та ці проекти. Це копродукційний, якщо не помиляюсь, проект да це теж канал плюс більша частина зйомок проходила здесь в Україні. К сожалению, много не можу сказати, але можу сказати деталь, одну що я проходив кастинг на этот проект примерно год. Вау! Wow. То есть, еще когда я закончил съемки Бюро Легенд, я был тогда в Лей, вернулся туда, и мне прилетел этот кастинг, я пробовался на это одну из главных ролей, я ее не получил. И потом жахнула пандемия, случился COVID-19, я прилетел в Украину, и я услышал от одного из своих друзей, эм, что сейчас собираются стартовать съемки Infinity. То есть они их отложили. Я вспомнил, что год назад я пробовался в этот mm -hmm. проект, mm -hmm. и я еще раз попал на кастинг пробовался меня утвердили на другую роль но потом в конце концов я продолжал пробоваться и получил ту роль на которую ]「他们的, Да, ]他们的, да, ]他们的, да ]他们的, которую я хотел еще за год до этого. Клас. Клас. слухай, в нас є ще трохи часу. Хотів спитати, знаєш, для такого хвилинка натхнення від Анатолія Панченка. Yeah. Ну мені здається, Толь, чесно, це потужний досвід отримати таку практику, такий неймовірний багаж знань, про який ти кажеш, про сундучок. Да, uh -huh. поділись, будь ласка, з нашими радіослухачами та ютуб-глядачами тими моментами, які важливі ти для себе відчув, що потрібні вони в людині там риси характеру, мовно навички, та які можуть допомогти йти вгору. Розвиватися в тій чи іншій сфері. Я не кажу тільки про акторів, про кіно, про серіали. От що ти зрозумів за цей період, скільки там він 5 років дав, мовно ну, кажучи, чи трохи mm -hmm. більше, що це оце, оце важливо, і саме воно допомогло тобі у певній періоди життя? Ну для актерів мені кажеться, найголовніше питатися. выдать максимальный результат в тот момент, когда ты пробуешься на какую-то роль, потому что неважно того, как... Это, да, наверное, это помогает, количество связей, то, каких людей ты знаешь, но всегда, всегда исход того, получишь ты работу эту, эту роль или нет, решается то, что ты делаешь в этой кастинг-комнате, когда ты готовишь эту сцену, которую тебе прислали, и мне кажется, что каждый раз, когда ты попадаешь в эту комнату, на любой кастинг нужно максимально готовиться и максимально пытаться выдать хороший результат, чтобы тебя запомнили как хорошего профессионального актера. Даже если это не твое, даже это, если эта роль не для тебя, тебя, по крайней мере, запомнят, что это хороший актер, и он делает хорошую работу, он знает, что такое ремесло, и Тебя позовут, наверное, в следующий раз. Mm -hmm. Ну, то есть это, наверное, единственное, что я думаю, что нужно всегда стараться отдаться на максимум, когда ты, особенно, находишься в этой комнате, за которую кто-то платит аренду и на тебя смотрят. То есть включают камеру, смотрят и не надо думать, что ты сможешь mm -hmm. просто прийти неподготовленным что-то сделать. Я думаю, что надо просто от и до сделать всю свою домашнюю работу и mm -hmm. Суха, okay, скажи, швидко навчився приймати відмови, да? відмови від е ролей, mm -hmm. які, на які ти кастингувався, да? чи то була велика історія? От цей момент важливий, знаєш, коли актор е приходить. Проходить кастинг, йому не дають ролі, і він занепадає. Або mm -hmm. там бідкається, що погані кастинг менеджери, бла, 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 бла. Тобто, але можливо, просто ти не підійшов, і це нормально теж. От Absolutely. чи довго ти до цього йшов? І що ти врешті зрозумів щодо того, що а, може бути і отак? Не так, як ти хотів, так? Да? Перше время, да, так, є таке чувство, чувство обіди, але воно очень швидко. Быстро... проходит, потому что ты начинаешь получать очень большое количество отказов, и ты потом начинаешь понимать, что действительно это просто дело в том, что это не твоя роль, ты просто mm -hmm. не подходишь и все. И это не значит, что ты плохо отыграл, это не значит, что ты что-то не так сделал. Просто в этот проект нужно что-то другое, и это ничего страшного, это абсолютно нормально, потому yeah. что для каждой истории нужно что-то особенное, и это не всегда ты. Это 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 окей. Надо просто найти. Проект, где нужен ты, <laughs> в этом заключается сложность. Но да, надо разграничивать это и не принимать это все близко к сердцу. То есть быть оставаться максимально профессиональным mm -hmm. и не расстраиваться, когда ты не подошел по кастингу на какую-то роль. Это нормально. Супер. Так, Толь, дивись, в нас є така штука, називається кінобліц. Це кінобліц. Я ага. ставлю питання швидкі нашим гостям, а ти маєш супер швидко відповідати. Ух. Нічого складного в тому нема. Окей. Просто слухай уважно питання і максимально легко і від себе спробуй на них відповісти. Так, кінобліц для Анатолія Паченка. Поїхали. Попкорн, солоний чи солодкий? Солодкий. Солодкий. Ряд у кінозалі з першого по п'ятий чи з шостого по десятий. Десятий. О, повище, так? Отам от десь покруптіло, <св 'язав> й летіло. А, фільм у 3D чи 2D? 2D. Угу. А, коли йде нецікавий цікаві... не фільм, то я питаюсь його поняти. О, цікаво, цього не було, що мені здається. Або йдуть, або додивляються з поваги. Добре. <св 'язав> а, я не люблю, коли на кіносеансі Включают телефоны. А -а -а -а. Подсвечивают, да? Да, просто говорить, да? экран он сразу максимально становится ярким, и это отвлекает. Один из твоих любимых украинских фильмов? «Стоп, земля». Недавно вернулся с Одесского кинофестиваля. А -а -а. Там посмотрел «Стоп, -зель землю» Катерины Горностай. Вот такой. ранбридная Ран не заряд. дарма, да? Не, не зря. Дарма. Супер. И назви три наиважливейшие рысы характеру для актора. Хух... Наверное, толстая кожа, чтобы уметь принимать отказы. Так говорят, типа thick skin. А -а. Ну, что ты нормально воспринимаешь тот факт, что ты куда-то не подошел. Подготовка. Домашняя работа. Знать свои реплики. Так. Это обязательно. И не знаю, наверное, много смотреть фильмов. Угу. Буду продолжать учиться, бутфоли, да, а? да. Потому что нужно всегда, наверное, пытаться развиваться. Это есть такой парадокс, и смешная штука, что идеала невозможно достичь. Это просто невозможно. Ты никогда этого не сделаешь. И всегда будет планка повышаться, повышаться, и в этом, наверное, кайф, и нужно быть готовым к тому, что ты что-то сделаешь, и потом подумаешь: о боже. Це було так себе, тепер треба зробити лучше. Не сидіти на місці. Да. По суті, а постійно собі завищувати трохи да. і йти до цього трохи. Угу. Толь, на завершення. Я починаю а, речення, ти його по-своєму продовжуєш. Хорошо. Дивіться кіно? У кінотеатрі. Добре, Антолій Панченко був сьогодні з нами. Актор, людина, яка творить себе, творить кіно. Ну а ви, шановні, ютуб глядачі та радіослухачі, зможете побачити і почути це, цей запис кіноків вже найближчої суботи. Тому, як ви бачите, хтось із корабля потрапляє на знімальний майданчик. Ну яка буде ваша доля, ви зможете дізнатись, пішовши, наробивши купу помилок, як це зробив Антолій, і дізнавшись, неймовірне життя. В кіно в тому числі З вами на Коля Полосі. Наступного тижня нові кінопрофі, нові розмови, нові неймовірні інсайти. Тому слідкуйте за кіно Київ і будьте на хвилі Києва ФЕМ. Побачимось. Кіно Київ, Weekend. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосі. в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Weekend. Weekend. на Київ. ФМ.